Для приготовления курзе с картофелем и пряностями нам понадобится 1 яйцо, 1 кг муки, 1,5 стакана воды, 1,5 чайные ложки соли, картофель 1 кг, сметана 100 г, приправа хмели-сунели 1 столовая ложка, пучок укропа, 1 луковица, 2 столовых ложки растительного масла. Замешиваем тесто. Для этого просеиваем муку через сито. Добавляем в муку соль, 1 яйцо, 1 кг воды и замешиваем тугое тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. 2 раза достаем тесто из пакета и обминаем. Готовим начинку. Картофель очищаем и режем большими кубиками. В картофель добавляем воды, лавровый лист и варим до готовности. Луковицу нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Когда картофель сварился, сливаем воду с него, добавляем жареный лук,
Нелли-сунелли. Сметану. Убираем лавровый лист. И разминаем картофель до пюреобразного состояния. Нарезаем укроп и добавляем его в картофель. Все тщательно перемешиваем. Начинка готова. Достаем из пакета тесто, отрезаем кусок и раскатываем его руками в колбаску. Колбаску нарезаем небольшими кусочками. Каждый кусочек обмакиваем в муке с двух сторон. Затем каждый кусочек раскатываем в маленькие лепешки. В каждую лепешку кладем начинку. И залепливаем края косичкой.
Отвариваем курзе в подсоленной кипящей воде 5 минут после закипания. Готовое курзе выкладываем на большое блюдо или порционные тарелки. Приятного аппетита!